Пока одни люди портят городское имущество, другие, наоборот, помогают благоустраивать и приводить в порядок общественные места, зеленые зоны и улицы областного центра. В Иркутске к таким работам стали все чаще привлекать волонтеров. Чем именно занимаются добровольцы, знает Ксения Бутина. Делят краску сегодня иркутяне. Неравнодушные жители областного центра выстроились в очередь, чтобы получить свою порцию цветной жидкости. С ведерками люди направляются к заборам на улице Степана Разина. Помочь в преображении города мэрия пригласила волонтеров. Откликнулись 40 человек. Акция «Заборник» проходит в Иркутске уже третий год подряд. Участвуем мы в таком мероприятии ежегодно, чтобы город был привлекательнее, чище, эстетичнее. Для кого-то эстетика – это, видимо, надписи на заборах. Вандалы регулярно разрисовывают ограждения. Но сегодня добровольцы помогут скрыть эти неприглядные каракули. Покрасить нужно 4 забора из дерева и металла. Для работы иркутянам понадобилось не только 40 литров краски, но и перчатки, а также кисточки и валики. Их предоставила администрация. А волонтеры захватили с собой хорошее настроение. Мне предложили поучаствовать в такой акции, я согласилась с радостью. Хочу помочь в благоустройстве своего города. Конечно, считаю, что молодое поколение должно помогать, потому что кто, если не мы? Помогают волонтеры не только красить заборы. На днях на улице Октябрьской революции прошла санитарная обрезка деревьев. Пилы и секаторы взяли в руки не только специалисты, но и 30 волонтеров. Они подрезали ветки, которые нависали над дорогами и тротуарами. В мэрии признаются, порой для таких работ не хватает рук. Поэтому иногда нужна помощь волонтеров. Какого-либо специального обучения, то есть проходить не нужно. То есть, собственно говоря, это и не требуется. Почему? Потому что подобные работы, они проводятся вот под наблюдением дендрологов, которые здесь сразу на месте показывают, как правильно, что можно, что нельзя срезать. Вот. И, собственно говоря, находятся с нами вместе на протяжении всего вот этого мероприятия. В подобных мероприятиях принимают участие люди разных профессий и возраста. Строители, инженеры, бухгалтеры, спортсмены, активные пенсионеры, студенты, школьники. Они также высаживают цветы на городских улицах и проводят субботники. 8 июня на улице под Аптечной пройдет очередная санитарная обрезка деревьев с участием волонтеров. При помощи неравнодушных жителей приведут в порядок и насаждение на улице Декабрьских событий и бульваре Гагарина. Присоединиться к этим работам может любой. Для этого нужно только обратиться в администрацию города. Ксения Бутина, Андрей Назаров. Новости по будням.